Всем доброго времени суток. Сегодня у нас замена тач-экрана и самого экрана. Вот на таком планшете Asus. Это восьмерка, модель K011. Заказал я экран с Алиэкспресса. Он уже, наверное, не включается. Ну, по крайней мере, здесь какие-то были полосы на экране, что свидетельствует, что планшет еще живой. Не знаю, насколько, но давайте будем... Вот новый, между прочим. Давайте будем разбирать и заменим его. Так. Аккуратненько поддеваем. Ну что ж, придется снимать. Наверное, все. Давайте начнем с этого шлейфа. Так. Это у нас батарейка. Теперь коннектор батареи, будьте внимательны, в этой модельке мы должны приподнять кверху,
Вот так вот аккуратненько приподнимаем кверху. Там есть фиксаторы, которые... Сейчас попробую приблизить. Вот так вот приподнимаем. И здесь то же самое. Здесь есть такой фиксатор, который ее держит. Поэтому будьте аккуратны. Вот так вот. Кверху. Цепляем этот коннектор. Шлейф LCD достаем, нам нужен сам шлейф. Это я все на зуме, простите. Так, дальше достаем вот этот коннектор, шлейф LCD. Так, ну снизу как бы у нас все. Давайте перейдем к верхней части. Здесь вот у меня пломбочка есть асусская. Коннектор тоже отцепим, чтобы ничего не вырвать ненароком. Так, вот у нас камера. Здесь почему-то мне кажется, что у нас был залитик вот в этой области. Надо почистить потом. Так, что это такое? Аккуратно освобождаем камеру. Так. Не в том месте она освободилась. Тоже не проблема. Сейчас я ее назад собачу. Так, капелькой клея, либо, наверное, клеем потом. Так. Поэтому камеру желательно, как вы видели, снизу поддеть. Тоже аккуратно отклеиваем эти кнопочки, чтобы не оборвать. Антенка. Тоже аккуратненько поддеваем и снимаем. Так, ну что, пока отстраняем.
И смотрим, что нам прислали китайцы. Хорошо упаковали. Снизу дам ссылочки на экран, если он по качеству будет хороший. Я заказал беленький. Решил изменить ему окрас. Но у продавца, в принципе, были белые и черные, поэтому я думаю, это не проблема. Так. Ну вот смотрим, в чем отличие. Идентичные и на люкс, и на люкс. Не знаю, будем посмотреть. Так, а спереди вот так вот это все выглядит. Будем внедрять все. С камеры я попробую паяльничком распаять. Единственное, что жало поменяю на более тонкое. Закончилась батарейка. Пришлось кое-что стереть. И продолжаем. Так, а ну-ка посмотрим, схватилось ли оно у нас. Да, все нормально. Единственное, что я остановлю, сбегаю за двухсторонним скотчем.
Так. Камера схвачена, кнопочки схвачены. Это пока нас не интересует. Проведем шлейф. А также динамик. Уже сверху прихлопаются. Есть. Сейчас я спиртиком попробую вытереть. Область залития. Так. Прихватываем материнку. Благо болты одинаковые, поэтому проблем с размерами нет. Так, устанавливаем батарею. Заменяем ее в пазики. Прихлопываем ее сверху. Так. И можно попробовать, что у нас вышло. Так, ну, верхняя кнопка включения. У нас есть батареи. А, да, батареи у нас не было. А посему подключим зарядное устройство.
И пока ничего нет. Так, давайте пока оно заряжается, я повкручиваю болтики батарейки. Так, что у нас здесь? Давайте я посмотрю все-таки. А, это нижний канал. Я включаю звуком. Балбес. Все равно что-то мертвенько. Посмотрим, что у нас здесь имеется. Три вольта. Три вольта. А если достать зарядку, вольтаж моментально падает. Так. При подключении зарядного устройства, вот как вы видите, вырастает. А батарейка у нас, не видно сколько. Так, ну я остановлю пока видео, подожду, чтобы немножко зарядилось, и дальше опять включусь. Может быть, поменяю зарядное устройство, потому что это от Samsung быстрой зарядки. Так, чуть никаких признаков жизни он не подает, я решил подсоединить к нему вот такой вот powerbank. Сейчас его включу. Так, USB в 2 ампера. Давайте посмотрим, будет ли у нас какое-то потребление. Можно, конечно же, подключить к блоку питания лабораторнику, но так проще. Так, что-то он выключился у меня. И... Ну, как мы видим, потребление идет маленькое, как для такого планшета.
Очень маленькая. Мне кажется, он должен потреблять один с чем-то. Пауэрбанк новый, я его еще не проверял. Только установил элементы. Давайте посмотрим, что будет, если я подключусь к 1 амперу. О, как это оно так прыгнуло на 1,13 и уменьшилось. Нет, вот. Не понимаю. Может, у нас уже картинка есть? А вот. Вот, пожалуйста. Так, а ну-ка. Включится. И фигушки. Фиг вам, не включается. Ну ничего, ставлю на паузу, ждем. Так, ну постоял он минут 10 у меня, потребление вот такое. Думаю, может, ему хватит уже. Давайте попробуем его включить. Качество вроде ничего такое. Тач работает, поэтому всем спасибо, надеюсь, кому-то помог. До новых встреч!